естественно, на моей полке ничего не поместилось. А? Но я вам покажу то, что есть. Сейчас я чуть подниму. Здесь у нас тарелочка для хруста. Это ассорти. Так, поставлю. Вот. Это Юлина незнакомка. Вот такие плиточки она мне прислала. Это ассорти грин киргизских. Здесь красное сердце, токтагульская, что тут еще есть, чернослив, семечка и много другое. Там мои изделия, которые я не знаю, когда до них рука дойдет. Это Южный берег, вот такие вот плиточки я показывала. Тонюсенькие вот такие плиточки. Такие плиточки Южного берега. Очень хрупкие, очень прям. Еще влажноватые. Это камни. Аноним. Глиняные камни мне Юля привезла. Такие камушки глиняные. Так. Здесь мои печенюшки. Дальше красота и любовь. Так, это у нас чуйская, это голубая узбечка соленая, это у нас розовая узбечка, так, розовая узбечка, дальше уральская желтая, уральская голубая, не знаю, зайдет она мне, нет, никогда не заходила. Дальше у нас Астана. Серая, так, желтая семечка и зеленая семечка. Вот два вида их рядышком лежат. Внизу у нас... Так, лампу поставил. Оп. Так, кто это? Это серая соль. Это красавица радужная. Такая, она, видите, сиреневым оттенком. Радужная, это у нас чуйская плитки, такая пыльнючая лежит красотка. Это красная соль. Дальше у нас идет, сейчас скажу, кто это. Чернослив, очень вкусная глина и по структуре очень интересная. Так, это у нас фисташка. Киргизская, киргизские глины это все. Это у нас красное сердце. Вот такая красивая красота. Очень вкусная. Мне понравилась. Такая она не слишком насыщенная, но очень интересная. Дальше гульбато. Гульбато. А это у нас кто? Сары. Сары. Токтагульская сары. А то какая была, почему-то я ее обозвала токтагульской. Где-то тут у меня была глина, я ее обозвала также. Но это не она. Чуть перепутала. Ну, вот такая красота. Тут у меня мел. Мел занял нижние позиции, так как я любитель больше глин. Как вы понимаете, ни один туркестан ко мне не поместился. А, вот здесь еще у меня пористый. Это пористая киргизская глинка. И здесь у нас крошечки всякие остались. Крошечки, кусочки. Мел. Туркестаны не поместились у меня. Туркестаны буду переносить наверх. Так, вот так. Ну, вот такая красота. Вот такая полка. Теперь у меня много всего. Скоро будет... переезд в мою мелоглиняную комнату. И будет все там. Полка у меня закрывается, я уже показывала миллион раз. То есть мои запасы, так сказать, защищены от воздействий, каких-либо запахов. Вот. Здесь у меня пакетик от Юли еще лежит. Здесь вкусняшки с Волгограда.
Также я накрыла туркестаны, потому что я их сама не подниму, они очень тяжелые. Здесь туркестан серый и туркестан плитки. Вот. Остальные в коробке вот здесь лежат. Белый, классик и еще какой-то. Вот так накрываю чистый простыни. Кстати, простыни это Левины еще, когда маленький был, с рождения. Мама накупила мне. Я их полными не пользовалась. Вот теперь ждем, когда отдыхающие последние съедут, и я поеду наверх в свою, так сказать, обитель, где будут храниться мои глины. Ну, остальные, которые не поместились. В дальнейшем я жду орские глины. Там 52 килограмма, кажется, идет. Или 53, или 58, уже не помню. Ну, там по 2 килограмма всего-всего-всего. Осталось дождаться последнюю посылку. Это орские глины. Они, конечно, прекрасные по цвету. Немножко, конечно, скрипят. Но я попробую еще раз ими похрустеть. Потому что орские сливки я брала. Мне очень понравилось. Мне даже скрип не помешал. Может быть, что-то изменилось в моем вкусе. Ну, вот такая вот красивая полка. Я теперь счастливый обладатель столько глин. Глина... Это мои запасы. А остальные глины я выложила в сторис, которые идут на продажу. Кому интересно, пожалуйста, внимательно читайте сторис. Вот. И пишите в личку. Все, пока-пока.